Добрый вечер, полуночники, с вами Николай, и мы играем в Обливион. Почему полуночники? Вчера хотел полчасика поиграть в Обливион, и оказалось, что доигрался аж почти до... после 12. Так что... полуночники, да полуночники. Так... я приобрел себе хату, домик, купил немножко обстановки, ну, да, не богато, почему-то. Вот эта штука выпала. Так, поспать можно, здесь вещи. Все замечательно. Я все сложил, конечно, сюда, но мне так удобнее. Вот это сигнализм. Так, что мне необходимо? Смотрного Баумберга города, касается, что стоит заниматься покупки мебели в Союзе. Я уже купил. Путь рассвета пока не буду, коллекционер нет. Продажность и совесть. Нет паломничества. Нет ступеня в гильдию мага. Меня приняли в гильдию мага, чтобы получить доступ к межзвездным шестам. Мне необходимо получить рекомендации всех местных отделений. Скинград есть. Скинград, да? Карл, да? Чейдинхолл, не помнишь? Не помню. Не помню. Чейдинхолл не надо. Значит, идем либо в Бравил, либо в Анвил. Как думаете? Да, пошлите туда. Бравил, правильно? Правильно, говоришь. Нет, гильдию воров пока проходить не хочу. Почему? Потому что не хочу. Вот туда. Ну, нет желания на данный момент проходить гильдию воров. Гильдию хочу пройти чуть-чуть попозже. Грома. Может, все-таки в Грому сходи? Сейчас посмотрим. Может, лошадку можно купить? Я уже не помню. У меня было дополнение, так что сразу. Правда, сейчас он этим уже не занимается. Это правда. Ушел на покой. Хотя он все еще обучает основам взлома замков. Проваливай, глупое создание. Забудь. Надоедливое создание. Продолжай. Прикольно. Хватит. Рестита? Прикольно. Еще увидимся. А купить нет? Только украсть. Что за бред? Че спишь? Что я могу сделать? Еще увидимся. А лучше. Не, ну так мне нехорошо. Давай еще раз с тобой поговорим. Что ты хочешь? Что ты хочешь? Если хочешь, ты хочешь побольше узнать о тяжелых доспехах, тебе стоит. Хорошо. Так,
Какие приключения? Я завидую. Я не сейчас, извини, не понимаю смысла. Это не... О, какой героизм! Не могу... Какая чушь! Какая чушь! Это не пытайся мной... Какие приключения! Я... Муха! И тебе всего наилучшего. Лошадку хочу. В смысле, купить. Охренеть. Ладно, фиг с вами. Мы здесь без лошади. Значит, идем, короче, в Курлуму. Угу. Да. Нифига купить. Я чуть попозже пошарю. Сейчас дайте немножко по миссиям пройтись. Кстати, Брум мне больше нравится. Если ты... Я сам недавно в Бруме. Насколько я знаю, Бамф Грагаш обучает других членов гильдии бойцов. Да. Пока. Лошадка. Тоже сворвать. Нормально. Добрый день. Тебе нужна лошадь? О. Беги, лошади Брумы. Ты не пожалеешь. Не, ну это честно, я купил лошадь. И какая из них моя? Вот это. Только не говорите, салют, что это лошадь можно было. Подожди. Не. Опять моя. Все, стой. Тыкс. Чувак, тебе не холодно? Салют! Что-то нужно? Ты в курсе? Арнора и Джорундр были счастливой парой. Но это в прошлом. Он собирался бросить Арнору и покинуть город. Но не успел. Его арестовали. Еще увидимся. Да. Сейчас. Мне надо раздавить колено и размешать чаечек. Хрен его знает. Ну, можете посмотреть по голосу. Ну, мне уже немножко полегчает. Да. Сегодня сдал повторно анализы на вот этот. На коронавирус. И должно прийти либо подтверждение, либо отрицание. Короче, хрень ужасная. Болеть не надо. Короче... В чем фишка этого коронавируса? По сути, он... Что он делает? Он ослабляет организм, защитные механизмы. Если вы заболеете в это время, ну, вы за... как СПИД, но только немного легче. Ну, немного, а намного легче. И в чем прикол? Он ослабляет ваш организм и делает так, чтобы... как объяснить, что ну, болезнь поражает легче организм. То есть, если у вас была бы простая, ну, без коронавируса, если бы у вас была простая простуда, вы там 4 дня поболели и все. С ним, с коронавирусом, оно больше, длительнее и тяжелее. Ну, короче, неприятная вещь. Ну, не зря говорят, что это искусственно выведено. Ее же, получается, этот вирус использовали для, ну, как, ну, это коронавирус. Он, это не тот, что у летучих мышей. Ну, и на нем пробовали, все. Но здесь сама фишка в этой основе.
делали основу, которая позволила бы... То есть, по сути, вот сам вот этот вирус, короче, который там, типа, вот это же говорят, коронавирус, да, китайский, типа COVID-19, он изначально у летучих мышей. Это легочная болезнь летучих мышей. И она никак не передавалась другим. То есть людям не должна была передаваться. А разработки американских, короче, лабораторий были, которые разрабатывали именно, короче, возможность этого вируса. То есть они пробовали, можно ли человек заразиться ним. И они делали как раз вот эту основу. То есть вирусов короны. Их же множество. То есть, по сути, и вот эта вся фигня, короче, которую они разработали, им не надо было просто его трогать. Вот и все. То есть они изначально сделали ошибку, для, что они его взяли разрабатывать, его изучать. Понимаете? То есть это же он не новый. Это не 2020 года. Он, по-моему, 13 или 12 года разработки там американском каком-то там штате. Как? Эй, ты... Ну, короче, лечитесь, да и все. То есть, если даже заболеете, ничего страшного нету. Самое главное, меньше где-то заболевать какими-нибудь другими болезнями. Легкие, ну... Ты знаешь, как здесь нужно жить. Нужно завести побольше друзей. Ладно. Члены гильдии, имеющие доступ в университет, могут создавать собственные заклинания. И еще... Рекомендация? Ах, да, конечно. Естественно, Раминус за... Из этой ситуации мы оба можем извлечь пользу, стажер. Ты... Если ты сможешь найти Джискара, я напишу рекомендацию. Он исчез. Я хочу сказать, он действительно исчез. Никто не видел его уже несколько дней. Если кто-нибудь из совета заглянет сюда и обнаружит, что он исчез, поговори со... Хорошо. Так. Возвращайся ко мне, как только найдешь Джискара. Угу, мне надо поговорить с людьми, да? Попросила найти меня Джискара, надо расспросить магов отделения гильдии Брумы. Здрасте. Меня зовут Селена Арания. Я специалист гильдии. У меня лучшие товары и самые низкие цены во всем Сирадиле. Ты уверена? Так. Удачи в полевой работе. Послушай, ты мне нравишься и все такое. Если Валанара и Джискар хотят повеселиться, ладно. Я не... Мне иногда кажется... Я не знаю, что Архимаг... Давай займемся делом. Так, что у тебя есть интересного? Дендрот, скамп. О, а это колдовство. Нет. Не надо изменения. Ну, блин, ну как мне изменения повысить? Вы чё, прикалываетесь? Женя. Блин, это прикол какой-то. Прощай. Это реально какая-то хрень. Что у нас интересного? Лопата. Зачем мне лопата? Даже не хочу знать. Какие вещи лежат. Замечательно. Да. Так, это... Сейчас посмотрим здесь. Меня зовут Силь... Не спеши, рассказывай. Удачного тебе дня. Валанаро.
Здесь слишком суровый климат для меня. Добавь немного шерсти Норду, и ты получишь медведя. Жаль, что Селена не участвует в наших развлечениях. Она очень серьезно относится к своей работе алхимика. Если ну... Ты хочешь найти... Хорошо. Думаю, я смогу помочь. И что бы ни произошло... Не... Вот молодец! Ты поможешь мне провернуть небольшое дельце. При всем уважении к нашей прекрасной руководительнице, она абсолютно не сведуща в магии. Это оскорбительно, учитывая то, где мы находимся. Мы работаем на нее, но она ничего не понимает в нашем деле. Ей как-то удалось умаслить нужных людей, чтобы занять этот пост, и мы ничего не можем с этим поделать. Но у нас свои методы выражения недовольства этой ситуации. Уверен? Я научу тебя заклинанию, которое открывает замки. Тебе нужно забраться в письменный... Ее комната наверху. Только смотри... Принеси мне руководство по искусству магии, Джин, и тогда мы... Иди и открой письменный стол, Джин. Ее комнату легко найти. Некромантия не только запрещена к применению в гильдии магов. Дай мне знать, когда закончишь с этим пустяковым... Странно. Как идут поиски Джискара? Когда я вся вверх Архима в Корольское отделение. Ну, возвращайся смотри, ко сама... мне, как только найдешь Джискара. Решилась Брума. Так, я так понял, вот это ее комната. Мне надо вскрыть ее. Как поживает? Я вижу книгу Джи. Точно, я забыл там немножко, блин, затариться. Вот. Затарить пока здесь. Так. Mm-hmm.
Меня... Знаю уже. Пожалуй, она мне нравится. Жаль только, что она не очень раз... И все же я не думаю, что она заслуживает того, чтобы на... Еще увидимся. Добрый день. Она еще долго не... Ах, в такие... Это была отличная идея, правда? Интересно, сколько времени... Пока. Не понимаю. Воланару... Воланару... После 10 вечера. Помещение жить в помещении. Хорошо. После 10 часов вечера, то бишь 8, 9, 10. Найдешь Джаска. Просто смотри. Привет! Пожалуйста, не злись. Мы все устали от того, что Джин командует нами, хотя сама почти ничего. Мы решили, что пора переходить к следующему розыгрышу. А этот все равно нам уже наскучит. Здесь мне никогда не надоедает находить новые способы одурачить ее. К тому же это позволяет отточить навыки. Но дела в гильдии... Да, это все было очень забавно. А теперь... Еще увидимся. Порывы у нас приколы. Как идут поиски? Тебе удалось его найти? Извини меня, мне кажется, я одну вещь. Твоя часть сделки выполнена. И не забывай обо мне, когда закончишь обучение. Еще увидимся. Хорошая дурочка, которая пользуется дебилом. Ну, подчиненные. Такое бывает, когда в коллектив приходит новый начальник, и ее не понимают. Хотя она бывает хорошим человеком. Бывают и плохие, конечно, приходят. Но если она выдержит, ей придется. Угу. Не надо ничего. Ладно. Интересно, ага, здесь только своровать. Своровать не надо. Что-то своровать хорошо. Так, мы выполнили задание в Бруме. Что-то интересное есть. Здесь можно, конечно, пройти. Так, две стороны нет. Говорят, Арнора Аурия из Брумы хочет, чтобы кто-нибудь помог вернуть украденные у нее деньги. Мне стоит зайти к ней домой и узнать, могу ли я ей помочь. Не знаю. Честно, не знаю. Пока не буду. Помощь. Давай дальше. У нас Лавин и Бравил. Давай Бравил. Не, конечно, вот это плохо, что я могу телепортироваться в те, которые... Ну, вот Бравил, например. Я его еще не открыл. Ваша уши не появится в сторону, рассказывает. Замечательно. Это хорошо. Так, гильдия бойцов. Бойцов.
И мне нравится. Прикольно. Знаете, что мне напоминает этот дом? Ну так, напоминает чуточи. Все женщины-ведьмы. Если вы смотрели сериал, помните, был такой? Ну, похоже. Их дом. Ну, немножко не такой, конечно. Но похоже. Ну, мне напоминает просто. Че, спите? Вы че, охренели? Студент пришел. Пожрать немножко. Угу. Пюпитер. Сейчас такие, кто тут шарится? Тыква. Чувиха, стой. Ну, я же говорю, все женщины-ведьмы. Я Боюсь, я не очень общительна. Я не очень общительна. Я не общительна. Пока. Аруари. Бравил? Бравил? Хороший? Дешевая жизнь. Непритязательный. Свобод. Я занимаюсь здесь только исследованием. Некоторые поговаривают, что Травин злоупотребляет. Еще увидимся. Эх, ты ж, блядь. Вставай давай. Я слушаю. Я люблю свою... Моя работа — помочь людям... Гильдиям. И тебе всего наилучшего. Да, да. Все, не спи. Приветствую. Боюсь, у меня не было времени подготовить подходящее задание. Впрочем, как раз тут ты можешь помочь. Я не могу открыто заниматься этим делом, чтобы не поставить бед. Пожалуйста, переговори с вороном в Аморе. Кстати, попутно ты также... Не говори с ней ни о чем. Я не хочу огорчать ее еще больше. Я отношусь к своим обязанностям. Я не понимаю этого. Мужчинам иногда свойственно нелепое поведение. Он даже украл ее посох мага. Возможно, ему это кажется забавным, не знаю. Но это нужно прекратить. Каждое отделение гильдии ведет дела по-своему. Это значит, что в каждом... Посох имеет большое значение для своего владельца. Возьми этот свиток очарования. Он поможет в разговоре с... У тебя есть все, чтобы заставить его говорить. Позаботься, чтобы ворон отдал этот посох. Хорошо. Текс. Поехали.
Приветствую, стажер. Мне как-то запутался продолжение. Могу я помочь тебе? Хрен позвал за... Тебе нужно многому научиться. Красноречие. Да, я знаю ее. Я не хочу сказать... Да? Какая чушь! Прелестно. Блин, что? Хорошо. У меня нет выбора. Весьма. Не пытайся мной манипулировать. Да, что-то не верится. Весьма неплохо. Что-то не... Хорошо. У меня нет выбора. Весьма. Не говори ерунды. Не надо. Что-то не верится. Не надо больше. Ты пугаешь меня. Да, что? Какая чушь. Что-то не верится. Твоя лесть на меня не действует. Как сказать? Хорошая шутка. Хорошо. Понятно. Так. Тебе всего наилучшего. Приветствую. Я не знаю, все, чего я хочу, быть ей не безразличным, чтобы она относилась ко мне так же, как и я к ней. Но она... Я пытаюсь и пытаюсь, но чем... Хорошо, я признаю это. Я пытался объяснить ей мои чувства вновь. Она даже не остановилась... Потом мне стало стыдно, но я не знал, как принести извинения. Боюсь, у меня его больше нет. Понимаешь, я продал его. Он живет на Талос-Плаза в имперском городе. Ты не охренел? Если бы он еще был у меня, я бы с радостью... Деньги давай, старый. Сучара. Мне опять повстречался одинокий дозорный. Я мало что знаю об этом призраке. Но говорят, что он погиб при ужасном кораблекрушении. Думаю, каждую ночь он бродит по берегам Небенейской бухты. Если тебе это интересно, обратись к Гилгондорину из Серебряного дома на воде. Он лучше всех рассказывает местные легенды. Тебе нужно многому научиться. Скажи Ардалин, что я сожалею. Сожалею. Ты урод. Вот и все. Нет, тут ничего вообще нету такого, чтобы можно было бы... Что, придется переноситься? Пойдем поговорим. Приветствую, удалось. Он продал его? Хорошо. Я полагаю, он намекнул тебе, где сейчас может на... И прошу. Верни этот посох, стажер. Блять. Понимаете меня, как дебила. Поехали.
Так, иди сюда. Привет. Добрый день. Говори, если есть что. Не смеши меня. Это что? Откуда это? Действительно смешно? Сомневаюсь я в твоей искренности. Я не воз... Не смеши меня. Да ты... Это очень смешно. Это ж... Победа за тобой. Это... Победа за тобой. Да, понятно. Хотя ты мне очень нравишься, друг. Я не... Давай посмотрим. Чары. Пока. Что ты... Хотя ты мне очень... Давай еще раз. Прощай. Привет. Послушай, я не могу просто... Скажу тебе вот что. Ты дашь мне хотя бы часть того, что я за него заплатил. Скажем, 200 золотых. Это хорошо. Тогда я, пожалуй... Доброе утро. Как дела? Отлично. А ты? Бывало и лучше. Доносились ли новости из других провинций? Ходят слухи, что Нерварин покинул Моровинт и отправился с экспедицией на Акавир. Да не с тех пор о нем ничего не слышно. Это неудивительно, учитывая бурное прошлое Моровинт. Да. Нам остается только надеяться, что... Не, было бы прикольно, если бы можно было... Лаковир скататься. Простите, я тортик жал. Не тортик, пирог. Яблочный. Обычный бисквит, просто туда нарезанные яблоки и все. Вкусненько. Очень вкусненько. Очень-очень-очень. Салют! Вкусненько. Приветствую! У тебя есть пол? Ах, превосход! Не стоит рассказывать мне в подробностях, как тебе это удалось. Принимая во внимание твои действия на благо гильдии, ты без... В знак моей личной признательности я научу тебя... Ты знаешь, что Фалкар покинул гильдию? В университете волшебства в имперском городе заседает совет магов. Если... Пожалуйста. Говорят, в... Я не... Пожалуйста. Крандиал. Нет. И добрый тебе день. Всего. Я фа... Да? Я могу показать тебе кое-что. Удачного тебе дня. Я Нет. Еще Наси. Увидимся. Из гильдии бойцов. Я не думаю. Пожалуйста. Привет. Могу я заинтересовать тебя своими товарами? Иллюзия. Бешенство, иллюзия. Пускай будет, да. Иллюзия, ночной глаз. Не надо изменения. Легенькое изменение. Черт.
Расскажи обо мне своим. Знание – ключ к успеху. До свидания. Как дела? Отлично. Спасибо. Отлично. Доносили. Так, ладно, правил. Выполнили. Поехали в Англию. Браво. Лейвин. Книги южные. Гильдия. Тут университет какой-то, не понимаю. Ну, если честно, такие тупоренькие миссии. Тебе нужна моя мудрость, слова. Это сложно. Они без моего амулета, моего камня, который может запереть. Ты приложишь усилия, чтобы... Тогда ищи Агату, дитя. Она увидит путь и направит тебя на... Возможно, она молода, но ее сердце старо и мудро. Позволь мне взглянуть на твою руку. Я вижу город в руке и руку в звездах. Башня охраняет врата, но во врата король есть ключ. И рука охраняет короля. Ладно. Прощай, дитя. Угу. Да? Стоять, стоять. Как я понимаю, вы с Дагайл уже беседовали? У нее бывают, скажем, видения. У Дагайл был амулет, фамильная ценность. Он помогал ей подавлять, и порой... Иногда они приносят большую пользу. Но с возрастом ее видения стали менее ясными. Вместо... Некоторые возмущены ее назначением и желают, чтобы она исчезла. Я нет. Я удивлена, что она обсуждала с тобой этот вопрос. Она хотела... Да, ее камень провидца пропал. Это и... Мы не говорили об этом с остальными из опасений, что они не отнесутся к ситуации. Я буду продолжать ухаживать за Дагайл. Попробуй поговорить с другими магами. У нее была очень трудная жизнь. Я взяла на себя всю администрацию. Возможно, тебе придется поспрашивать, но в различных отделениях. Дела в гильдии. Еще увидимся. Так, говорить говоришь, да? Нет, они все здесь. Они все здесь. Ты... Да? О! Это к ней нужно обращаться, если... Так-так, слухи уже начинают распространяться. Да, я знаю о нем все. Я подслушала... Почему мы вынуждены работать под началом человека? Ее не должно тут быть. За годы служения империи он не заслужил даже надгробия над головой. Но, по крайней мере, он был способен поддерживать иллюзию здравомыслия. Знаю, я слишком эмоционально воспринимаю все это. Меня раздражает, что она руководит отделением, будучи совершенно недостойной этого. Вот и все. Мне кажется, тебе надо... Что? Разве я мало рассказал? Прощай. Приветствую, волшебник. Я чувствую себя не очень хорошо. Прошу извинить меня. Здравствуй. Ну,
Переходим к делу, да? Хорошо, это мне нравится. Я ищу особые кристаллы, известные как слезы Горидана. Если... Замечательно! Я хочу, чтобы ты принес мне все слезы Горидана. Я признаю, что питаю слабость. Как ты понимаешь, это моя личная просьба. Боюсь, я ничего не знаю об этом. Калтар говорил об этом недавно. Похоже, он в состоянии... Она оказывается... Милая леди, но странно. Все отдельные... Слезы — это не просто красивое название. Это в буквальном смысле замерзшие слезы рыцаря по имени Горидан. Я не знаю. Отыщи Жульен Фанис, если кто и может. Слезы — это не... Я лу... Гильдия магов нажила... Передавай, Жульен, привет. Что? Да, слушаю. Хорошая шутка. Что-то не... Хватит Пожалуйста. Ты вгоняешь меня в краску. Но все равно спасибо. Хорошая шутка. Какой изыск. Хватит. Что-то не верится. Да. Какой изыск. Как... Что-то не верится. Хватит трепаться. Что-то не... Весьма непонятно. Что? Ладно. Ты увидишь, все изменится. Приветствую, да? Значит, Калтар подслушал нас. Но мы никогда ничего не говорили об отце Дагайл. Есть ли какая-то связь между камнем провидца и отцом Дагайл, я не знаю. Может, если ты ее спросишь, твой вопрос... А я тем временем присмотрю... Здесь, возможно, некая связь с отцом Дагайл. Удачного тебе дня! Ты хочешь узнать больше, дитя? Мне ведом твой вопрос. Ты принесешь свет тому, что было во тьме. Принесешь безмолвие голосам, что звучали так громко. Я знаю, течет голубая кровь, и драконы парят высоко в небе. Под разрушенными башнями и изуродованными телами лежит он, ожидая, когда его найдут. То, что принадлежало моему предку, должно стать моим, если ты хочешь узнать. Заебись. Типа я все понял. Все. Хорошо. Привет. Есть тут надо поспать. Придется немножко так. Я провтыкал. Приветствую, волшебник. Так, посмотрим, насколько... Оружие клинки. Изменение колдовство. Разрушение силы воли, интеллект. Колдовство. Иллюзия, мистицизм. Чуть-чуть сейчас поднимется. Мистицизм. Иллюзия. Обаяние. Смысл пока нет. Может, у вас есть где-то банки на ману.
Ладно. Сила, интеллект, скорость. Скорость? Да, скорость. Приветствую, стажер. Что тебе, Гоняют, как хотят. Приветствую. Без лошадки. Еще не врата обливаем. Оказалось, текстурки погружались на веки. Чего я ночью попался сюда? Ой, это железный, да? Это хватитель, да? Ага, вон как-то есть. Мы все знаем, кто это.
Что это? Ахону это что-то плохое. Для меня. Блять, это не было. Друзья, вы кроме отец, да, должно быть похоронен где-то внутри. Если ты хочешь драки, ты ее получишь. Получи! Я кажется, стрелы не экипировал, да? Ну да. Сейчас ты упадешь и истечешь. Ты думаешь, я под впечатлением? Тебе не одолеть меня. Я снесу тебе голову, но... Получи. Что-то туплю. Туплю. Так, сохранить. Что-то интересненькое такое. Ну-ка, ловко. По идее. Короче, можно здесь убивать всех, я так понял. Что это? Я снесу тебе голову, Норк! Ножичек у тебя интересный. А, у тебя эльфийский. Тейкс. Что тебе интересно? Урочья кераса. Это уже хорошо. Остальные сапожки оставь пока себе. Что у тебя? Две мерзкие, да? Железные стрелы, да. Остальные стрелы, да. Две мерзкие, длинный меч и легкий кинжал. Легкий кинжал.
Так, где-то здесь. Замечательная формулировка. Как дела? Что новенького? Недавно мне повстречалась пара грязевых крабов. Противное создание. Я не выношу даже виды этих тварей. До свидания. Удачного тебе дня. Как поживаешь? Отлично, спасибо. Имперский город очень плотно застроен. Однако там есть несколько больших парков. Доносились ли новости из других провинций? Говорят, что норды из Скайрима воюют с домом Редорана. Пока. Тебе не одолеть меня! Ничтожество! Он был здесь только секунду назад. Конечно, женщин бить нельзя, но это орк. Она не женщина. Не, ну женщина. Ладно, женщина-орк. Нельзя женщин бить. Только в игре. Это аккуратно, нежно, любя. Приголубить ее немножко. Чем-нибудь тяжелым. Так, ориентироваться. Эльфийский кинжал, да, говоришь? Кирасу. Так. А ну-ка, скажи мне, пожалуйста. Дивенерский длинный меч, дивенерский кинжал, эльфийский кинжал 5. О, да. И ты мне уже нравишься. Эльфийский кинжал. Эльфский. Раз. 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 Конечно, продажу все. Тикс. Залы? Нет. Будем проверять. Еще разок. Кстати, что хотел? 4. Двигайся. Ah.
Мародер боевой маг. Был. Сюда рано идти. И знаете, что я забыл сделать? Я забыл вынести все вкусненькие вещи с той пещерки, где гоблинов мочили. О, вещь. Скажи мне, что я смогу потренироваться. А ну-ка. Железники. Да. Ну-ка, насколько у меня раскачано? Так, где? Клинки. 28. Да ладно, что не растут. Ну, так нечестно. Блин. Кстати, я помню этот форт. А я когда-то его давным-давно проходил. Да. Тоже врубал эту фигню. Что-то вспомнилось так. Вот этот именно момент. Я себе хотел дома сделать такой же самый манекен, чтобы его мочить. Ну, только цепи надо купить, не тянуть. Помните этот звук? Дынь-дынь. Раз. Один. Хорошечно. Ты кто? Мародер. Ничего интересного у тебя. Лоховской мародер. Кстати. Здесь может быть винный погреб. Нету? Нету. Ну ладно. Да этот же, блин, гребаное вино темное. Темное какое-то там сумеречное. Я уже не помню точно. Какой-то нафиг винишка. Пошли посмотрим. Так. И так, она еще есть, да? Ух ты ж как. О, ворочи Акираса. Я тебя не боюсь. Я разрублю. Это мародер такой. Дай-дай.
куча морда. Перевес. Перевес. Порчи сапоги. Да ну нафиг, столько стоит. Жалко. Жалко пчелки. Ладно, давай серебряное дадим. Легче пока не будем. Серебряный лук. Серебряная секира. Да-да-да, это тот форт. Мне надо, чтобы один из них ушел. Вот туда, в дальнюю комнату. Жалко, нельзя ничего отвлечь. Можно, конечно, вызвать скелет. Дерутся. Сейчас будет пиндец. Так, а я что, не взял ни одного? Охренеть, нет, есть, фух. Лучше, чем ты. Я выжил. Фу-фу-фу. Козлина. Мифриловые сапоги. Мифриловые. Их. Порчи 250. А мифриловые 65? Так мало? Легкие.
65-3-2. 65-3-2. 65-3-2. Веса больше, защиты меньше. Причем прикол какой от них. Странно. 45 весу. Однозначно сюда надо вернуться. Ну, вот здесь у вас осталось интересно. Это хорошо. Я как-то неправильно сюда пришел, неподготовленным. Здорово, что блин болит. Сколько вот здесь осталось? Одного вижу, еще одного вижу. Минус. Хорошо. Мне кажется, с тобой можно безбоязненно иметь дело. Боя. Я не хочу сказать, что клавиане тупые. Они просто практичные. Ага. Доносились ли новости из других провинций? Говорят, что король Хелсет заключил союз с домом Дресс. Вместе они растащили по кускам то, что осталось от Индарила. Это неудивительно, учитывая бурное прошлое Моровины. Нам остается только надеяться, что все проблемы решатся сами собой. Береги себя. До свидания. Хреново. Если мы разгнем... Почка. Охренеть. Надо было кипучка мочить. Где же ты? Где же ты? Твое появление здесь было ошибкой. Я понял, можно уйти. Зачем ты это шла? Я! Оу!
Я тебя не боюсь. Ну, я думал, ты баба. Я разрублю тебя на куски. Умри. Я тебя не боюсь. Ты свинья. Ничтожество. Прикольно. Жорчи. Это хорошо. Чего мне нравится? Так. Вес. 374-380. Блин, однозначно у меня фотки. Ой, блин, ну ладно, на, забери. Можно, конечно. Блин, мерзкие. Смотреть. Нужен ключ. Ну, там кто-то есть. Нужен ключ. Может быть ключ. Ну, давай посмотрим уже здесь как-то. Обойти может быть можно. И я не помню. Я действительно не помню. Надо смотреть. Это... А, это я бы... Всё, я понял. Назад. Ключ, ну, по идее, ключ должен быть у главы мародёров, правильно? Ну, по идее. Так, пойдем поищем. Да. Светлячок, еще какая-то хрень. А, реально. Ну, спринган. Сука. Сука.
Вот это уже плохо. Это светлячок. Слушай, Миша, иди нафиг. Маша, так меня не зовут никакого. Ага, я понял. Его только магией. Вспышка. Нет. Так, а у меня еще было, по-моему, херня одна. Танцевор. Слушай, у тебя скоро жизни не будет, а ты спишь. Завлечение. Нет. Северный пол. Ну, это на один раз. Вспышка 6-5 единиц. На 3 секунды по 15. Да. Магия закончилась. Так, получение противоядия. Слабый зеленушек, слабый лед. Сколько? Куда? Так. Сильное замечение. Зеленочение выпил. Свитки. Давай посмотрим, что у нас со свитков есть. Обман, огненная стрела, 27 на цел. Лечение, уязвимость к огню. На цель. Раз. И огненная стрела. Ну и останется мне пока этим учить. Да, конечно. Что так получится. Давай. Мне надо немножко жизни восстановить. Желательно всех, конечно. Раз в день, зашибись. Вести электричество. То я прикасаться к нему не хочу. Перчатки лечения, водное дыхание, правительство, щит на 30 секунд на себя, думаешь, получится? Играемся.
Да. А, сдох. Сдох. Блуждающий огонек. Я херею, блин. Ладно. А, теперь восстанавливаем жизнь и идем с Пригана мочить, потому что по-другому мне туда не пробраться. С Пригана придется убивать. Да, слабоват я, слабоват. Слабоват слегка. Ремонтируемся. Так, эльфский лук чуть-чуть, кирасу. Все. Сохранить. И жизнь восстановить. Здесь блуждающий огонек был один. Сейчас. Это я уже не помню, куда я забежал. Ага. Ебать, ты восстанавливаешься, я тоже так хочу. Вот эти мне стриганы больше нравятся, чем в Скайриме. В Скайриме они некрасивые. Не знаю почему. Вот эти прикольные. Так. Говно. Иначе. Нету никого. Хорошо. Горбок. Отлично.
ты появился. Послушай, просто остановись, хорошо? Я не позволю тебе уйти с этим амулетом. Он нужен мне. Прям. Я взял другой ее амулет. И этого должно было быть достаточно. Мне не стоило бы влезать во все это просто для того, чтобы избавиться от нее. Я не собирался вечно держать у себя ее амулет. Я хотел вернуть его ей, когда получу то. Она помогла бы мне с повышением. Оставила бы свой... Зачем ты пытаешься все... Дядька, ты мне не нравишься. Ага. Как нечестно. Ладно. Значит, все на земле ничего не все. Да. Теперь. Я! Так, алтар, который пытался манипулировать, и Дегайл повержен. Нужно рассказать об этом. Хорошо. Да я просто не ожидал, что он нападет так быстро. Не очень оправдание, да? Ну, бывает. Так, галерейный стик. Нафиг не надо, не надо. Ключ к алтару заберу. Золото заберу. Что это такое? Это труп. Труп. Неинтересно. В гробу ничего. В гробу кость. Ужас. Да, уходим. Надо сюда обязательно вернуться. Икс. Да. Зададим задание и пойдем. Да ладно, не видит. Зададим задание, надо будет вернуться. Это все надо попродавать. Все продать, все полностью. Нактюрнул. Нет, не нактюрнул. Там мужик какой-то с наковальней. Не, просто похожая статуя была. Нактюрнул тоже так стояла и руку распростирала. Короче, руку вытянула и... И там были, по-моему, галки или, короче, вот эти вороны, ну что такое. Икс. Не понял. А, чё, блин, она при входе сидела. Приветствую, стажёр. Ничего не изменилось. Он у тебя? Предатель умолк, и тебе удалось взять то, что было моим. Ах, дитя, теперь, когда голоса успокоились, слова, которые ты ждешь, пришли ко мне. Ты получишь мою рекомендацию. Да ладно. Хотя я должна предупредить тебя. Я видела кое-что, тебе придется решать судьбу многих. Жизнь... Ну и ладно. Ты знаешь, что Фалькар покинул гильдию? Я думаю, в его стенах живут... Придет время...
Хорошо. Пока. Привет. Я слышу. Я взяла на себя всю администрацию. Оглянись вокруг. Интересно. Ты не найдешь лучших цен во всем Тамриэле. Великое обнаружение жизни, да? 60 на 60 секунд. Великое развитие магии. Великое... Подожди. 60 футов. А у меня сколько у меня? Сильный мистицизм. Легендарное отражение заклинания. Паранормальное движение телекинез 20 футов. Мистицизм. Вот и все по мистицизму. Превосходное. Достаточно магии. 120 футов. Удачного тебе дня! Надеюсь. Так, и тебе рада встрече. Я не знаю, что Архимаг Травин имеет против некромантии. Отделение в Лиайвине разваливается. Дагайл не очень хороший наставник. К тому же большую часть времени она... Дружа предлагает широкий спектр заклинаний на продажу, если тебе это интересно. В основном это простые заклинания, но для начала... Дружа? Дружа пред... Да будет твой... Сейчас, две секунды. Мне надо посмотреть... Так, дружа, да, говорите? Дружа. Это не дружба. Кто это такая? Дружа гильдия магов. Гильдия магов. Дружа. Ага, Скинград. Хорошо. Приветствую, волшебник. Кто тут? Мне надо ваше заклинание. Алло, гараж. Тут вообще никого нету. Охренеть. Приветствую, волшебник. В линии раздела всегда можно купить хороший клинок. Ну и, конечно, от тебя веет силой. Придется тебе послушать байки Танзиуса. Интересно. Он готов днями напролет болтать об отрубленных головах и отрезанных конечностях. Я как-нибудь проживу и без этого. Понятно. Ты... Я предложил... Перед... Что тебе, стажер? Иди все. Приветствую, волшебник. Рассказывают, кто-то сыграл очередь. Блин, у меня же голова закружилась, бегать туда-сюда. Бег. Как поживаешь? Отлично! Спасибо. Ха! Ей так умею. Отлично. В линии раздела всегда можно купить хороший клинок. Так, время. 10:43 вечера. 10:43. Компания Черный Лес. Что? Это типа не люди. А, подожди, там что-то с ними будет. Это, по-моему, плохие. Они тоже наемники. Ну, гильдия, типа гильдия бойцов, только очень плохая гильдия бойцов. По-моему, так. Угу. Мне торговец нужен. Часовня. Таверна Три Сестры. Компания Черный Лис, Гильдия Магов, Южных Ниндзи. Ну, пошли посмотрим, уже найдем здесь магазинчик. Это что? Галенс. Это ты! Привет!
Да ладно. Это я. Что? Время 11 часов. 11 часов. Короче, ну нафиг. Легче тогда сделать вот так. Блять, далековато. Ну ладно. Не сюрово. Я сейчас еще хочу тут. Такое немножко так буду разговаривать. Так, время. 6 часов. Не, ну 2 часа. Замечательно. Так, чувак. Что я могу? Взгляни на мои товары. Наверняка тебя что-нибудь там заинтересует. Стрела появилась. Прекрасная сделка. Конечно. Короче. Это ха. Молоточек по 15. Давай возьмем 50. Да хотя бы раз 20, да. Еще. До свидания. Да. Блять. Я тут не туда. А, вот туда. Берите вороной курьер. Прямо здесь. Приветствую. Говори, ледышка, не трать дела. Па, что интересного? Говорят, легионы... Что на этот раз? Не, спорт пока не будем. Да. Забери. Все забирай. Хорошо. Достаточно, жемчужина. Потом пускай лежит пока. Что у нас еще интересного? Блять, записку не выполнил. Ладно. Делаем здесь ценные вещи. Немножко по цене. Что? Сюда. Лошадка, привет. Так, начинаем выгребать все, что мне надо. Остальные сапоги. Пока возьму, если что, выкину. Ничего нет. Тут уже пока только сапожки. Вот так. Ты. Стальной кинжал.
Я сейчас все на продажу. Двимерский длинный меч. Конечно, возьму. Хрена себе. Икс. Сюда. Что у нас тут есть интересного? Нет. Мародер. Нет. Серебряный пока возьму. Железная, железная. Не надо. Давай по сторону. Какого хера вы здесь появились? Объясните мне, пожалуйста. Я, конечно, этого не понял, если честно. Ну, ладно. Я же зачистил полностью весь. И это для меня немножко удивительно. Эльфский я люблю. Да, теперь придется, конечно, вот так проходить. Пустенько. Мародер. Порчи. Железный. Разлеглась? Прикинь. Снова вернулись. Так, так. Если ты хоть... Где же ты? О, не стоило тебе показываться. Реально, слышишь, они что, воскресли или что? Я не понимаю. Ну, некоторые из тех, которых я поубивал, они вот заново, блин. Не, ну нормально. Запомните вы свист летящей стрелы, хорошо знакомы вам, вы стали стрелком-специалистом и обрели способность зрительно приблизить цель, удерживая блок во время прицеливания. Это замечательно. Сейчас ты узнаешь, что... Ха!
Тикс. Осторожно. Где же ты? Ну, довольно прикольненько. Реально они восстали из мертвых. Что это такое? Как так можно? Так же неинтересно. Ну и все, можно уходить отсюда. Так, камень остался и все. Брума Чейдинхолл. Ливин Брайан. Да, остался один ангел. Хорошо. Сжалься над... Как поживаешь? Что я могу предложить? Деньги давай. Возможно, тебя заинтересуют мои превосходные товары. Конечно, на. Вот это тебе на вот это. Да, ты не... Тебе уд... Эльфийский лук.
Это честное. Так, теперь смотрим. Эльфийский щит или щит Кватча. Кватча мы получим, положим в... Для себя, короче, будем... Пускай лежит. Он красивенький. Ну и все. Угу. Спасибо. До свидания. Спасибо. Да, печь положить. Кираса Кватча. На. Щит, не знаю, эльфийский. Скинград. Хочу за заклинанием посмотреть, может, будут какие-нибудь заклинания, которые мне придут. Там мне надо не слишком большие. Добрый день! Так, стой. Что? Дружа. Давай займемся делом. Разрешение, облегчение, нож изменения. Ай, боже. Что же ты такая? Дружа. Заходи. И тебе всего наилучшего. Ладно, посмотрим, может... Ванвери что-нибудь нормальное скажет. По ванверскому делению гильдии Крампу является... Я не допрочитал, блин, зараза. Ладно, о, да. Нет. Это кто? Высолка? Холостяк, босс. Да, русалка. Тебе не русалка. Ну ладно. Приветствую, стажер. Чтобы заслужить мою рекомендацию, тебе нужно просто показать свою физическую и душевную стойкость. В отличие от тех пустяковых заданий, что ты получишь в других отделениях, это серьезное дело. Тогда позволь мне объяснить твою задачу. За последнее время на этой дороге было убито несколько торговцев, а еще тебе нужно помочь. Думается, убийство – дело рук мага-разбойника. Единственная связь между всеми жертвами – тебе нужно отправиться на север, к таверне Брина Кросс, и поговорить там с гильдией Архимаг Травен. Некоторые маги не подчиняются правилам гильдии. Следы обморожения, обнаруженные на телах жертв, говорят о том, что к этим смертям...
Эти свитки дадут тебе достаточную защиту. Свитки, что я дала тебе, он может использовать. Эта таверна находится к северу от... Не теряй... Это ужасно думать, что... Архимаг Тра... Рассказывают, кто-то сыграл очередную злую шутку с Джин Фрасорик в Бру... И тебе всего наилучшего. Кто же это может... Приветствую. Ну, кстати, я могу научить тебя. Нет, до свидания. Интересно. Марк Гуль. У меня лучшие товары и самые низкие цены во всем Сиродиле. Я могу показать тебе кое-что. А учить можешь разрушение. Замечательно. Я Фер... Давай займемся делом. Знание, ключ к успеху. Химия, но здесь хоть... До свидания. Довольно хорошо. Салют. Сварки. Привет. Ужасный. Взгляни на мои товары. Наверняка тебя что-нибудь заинтересует. Изменения. Да ну что ж такое? Береги себя. Привет. Приветствую. Я видел тебя тоже, тебе тоже. Интересно. Это фума. Ты куда-то побежал? Алло, где что? Плати! Если честно, такой раз... Thank you.
Так, что у тебя такое? Нефриловая кераса, нефриловые сапоги. Страшно хилые живут. Почему ты его такой беременный? А вот это стекляшка, наверное, неплохо. Угу. Нежелая магия. А, просто я нанесён. 750, 35 вес, 31 вес. А, ну урон одинаковый, так что ничего интересного. Так, мне надо поговорить с... Привет! Привет, Брит... Что? Я не Камиланда. Береги себя. Они все-таки... Приветствую. Чем могу помочь? Тебя послала Кара. Иди и поговори с Кристофом. Сними комнату на ночь. Если... Нет. Увы. Боюсь, я не... Добрый... Я так не поверю. Вечер. Добро пожаловать. Да. Тебе не помешают добрая еда и хорошая выпивка. Паника забыла. Вильда. Тебе нужно многому научиться. Дай угадаю. Дай угадаю. Путешествуешь по делам? Ты не производишь впечатление? Ах, да, я... В последнее время их стало немного, все из-за... Ну, ты знаешь, мне не хочется особенно распро... Хорошо. Кровать находится... Так. Береги себя. Ладно. Прошу прощения, правильно ли я расслышал? Тебя разве не волнуют все эти недавние убийства? Береги... Здравствуй. Что новенького? Ладно. Недавно мне повстречалась пара грязевых крабов. Всем спасибо, противный. Кто смотрел. На данный момент я прекращаю. Создание. Я не выношу даже вид. До завтра. До следующего раза. Увидимся или услышимся. Всем пока.